Так, сейчас на карте у меня 6880 рублей. Давайте я сейчас сделаю несколько шагов и посмотрим, сколько мне за это заплатят. Раз, два, три, четыре. 198, 199, 200. Все, по итогу я сделал 200 шагов, и у меня на балансе уже 6900 рублей, то есть плюс 20 рублей за 200 шагов. Но если и вы хотите зарабатывать просто делая шаги, смотрим видос, сейчас все расскажу. Привет, сегодня я вам покажу приложения, которые платят за шаги. Да, вы реально с их помощью можете просто ходить по дому или по улице, бегать, прыгать, делать все что угодно, и за это вам будут платить реальные деньги. Это по сути как пассивный заработок, и кстати в конце видео я вам дам офигеннейший бонус, с помощью которого вы сможете зарабатывать с этих приложений в несколько раз больше, так что ставим лайк и приятного просмотра. Итак, первое приложение называется WalkBet. Здесь вам платят за то, что вы просто гуляете. Но смотрите, тут вам платят не за каждый шаг, а за то, что вы принимаете участие в различных акциях. Вот здесь обычно отображается список всяких акций. Вы нажимаете «Вступить» и начинаете выполнять задания, которые вам даются. Вот смотрите, я в такую акцию вписался, она находится во вкладке вот «My Challenges». И вот эта акция, и теперь мне с 23 по 29 июня нужно каждый день проходить как минимум 5000 шагов. И выполняя эту цель каждый день, у меня вот над определенным днем будет появляться зеленая галочка, которая означает, что я прошел в этот день 5000 шагов. Если вы все сделаете правильно, то вам в конце этой акции 29 июня на баланс начислят 500 коинов. Затем эти коины, естественно, можно обменять на реальные деньги. Таких акций тут проводится очень много. И огромный плюс, что вы можете принимать участие сразу в нескольких акциях. Допустим, тут есть акции, где за 3 дня нужно пройти 10 тысяч шагов. Или каждый день пробегать по километру на протяжении недели. В общем, акции совершенно разные. Ну а вывести заработанные деньги здесь можно минимум от 5 долларов. Это приблизительно 350 рублей. Выплаты доступны на любую банковскую карту. То есть вывести сможет в принципе практически любой из вас. И смотрите, 5 долларов это 2500 коинов. Накопить их тут, как вы понимаете, проще простого. Потому что за одну акцию, вот в которой я сейчас участвую, если я все выполню, мне дадут уже 500 коинов. После того, как наберется 2500 коинов, у вас снимется вот этот вот замочек, вы вот так вот пальцем стираете вот эту карточку и получаете деньги на свой баланс. Затем вписываете номер карты, и деньги приходят туда уже в вашей валюте. Дальше у нас приложение Walker Coin. Вот это приложение уже платит вам просто за каждый шаг. Но тут шаги уже засчитываются не по GPS, а по тому, как вы трясете телефон. Вот смотрите, сейчас у меня на счету 5 шагов. Я беру вот так вот, просто трясу телефон, и у меня, как видите, шаги прибавляются, уже 6 шагов. Таким образом, когда у вас телефон в руках или в кармане, и вы просто идете, то каждую тряску телефон будет засчитывать как шаг. И в этом на самом деле огромный плюс, так как заработать можно просто ходя по квартире. А вот с предыдущим приложением, скорее всего, так не получится, так как оно считывает именно сколько вы прошли по вашей геолокации. А находясь в квартире, она зачастую, ну, просто не меняется. Так вот, главный вопрос. Сколько тут платят? Смотрите, начисление здесь денег происходит за каждые пройденные 5000 шагов. То есть вы их прошли, и в течение суток вам начисляются монеты за именно эти 5000 шагов. Монета тут называется вот, ВЦ. Я посчитал, и получается, что 1000 ВЦ это 1 доллар. За каждые 5000 шагов вам платят по-разному, от 1 вплоть до 50 ВЦ. То есть примерно от нескольких копеек до 5 рублей, если переводить на нашу валюту. Зарабатывать таким образом на полном пассиве можно приблизительно до 100 рублей в сутки. Просто положили телефон в карман, пошли заниматься своими делами, и к вечеру вам может обычно набегать какая-нибудь приятная сумма. Способы вывода тут совершенно необычные. Вы можете вывести заработанные деньги, например, на Google Play и потратить их на покупку игры или там доната в игре. Минимальная сумма выплаты здесь вот, 3000 ВЦ валюты. Это примерно 3 доллара или же 350 рублей. Также, кто хочет вывести реальные деньги, вы можете их вывести уже на PayPal. Минималка на выплату здесь 10000 ВЦ. Это опять же приблизительно 10 долларов. Вот вы нажимаете просто «Купить 10000», указываете ваш PayPal, и деньги приходят к вам в течение 2-3 дней. Ну, по крайней мере, так указано в самом приложении. Ну и дальше у нас, пожалуй, самое прибыльное и удобное в плане заработка и вывода денег приложение StepUp. Здесь вам тоже платят за каждый шаг, а если быть точным, то за каждое сотрясение телефона. Вот смотрим, у меня сейчас на балансе 12 шагов, я вот трясу телефон, уже 19. Шаги здесь прибавляются реально очень быстро, даже, ну вот, по сути, я же реально не сделал даже один шаг, а уже
3 шага отображается, даже 4. Тут платят $1 за каждые 10 тысяч шагов, но обменять шаги на доллар можно только по достижению 1000 шагов. То есть вот, допустим, вы сегодня прошли 1000 шагов, нажимаем здесь на кошелек и здесь на вот такой значок «Обменять шаги на доллары». И, соответственно, нажимаем «Обменять», и ваши шаги обмениваются на баланс в долларах. Также, смотрите, это приложение показывает, сколько вы прошли в километрах и сколько вы сожгли калорий. То есть оно реально очень полезное. Таким образом, если реально много трясти телефон, или если вы реально много ходите или бегаете, то заработок тут может доходить до нескольких сотен рублей в сутки. Но вы спросите, почему это приложение так много платит? Все просто, тут невероятно много рекламы, так что смотря ее, вы приносите деньги разработчикам, а они делятся частью дохода с вами. Минималка на выплату тут $5, вывести можно на какую-то платежку Paytm, я, честно говоря, ей не пользуюсь, и, конечно же, на номер мобильного телефона. Вот здесь просто выбираете код вашей страны, ну если вы там с России, то это будет плюс 7, вписываете номер телефона, сумму, нажимаете «Отправить», и деньги приходят в течение 2 суток. А вот деньги с мобильного телефона можно пополнить на Kiwi. Для этого жмем в Kiwi кошельке «Пополнить кошелек», и здесь вот выбираем с баланса телефона. Указываем необходимую сумму, и пополняется ваш Kiwi кошелек, и дальше вы уже можете распоряжаться этими деньгами так, как захотите. Да, я знаю, что эта функция доступна не во всех странах, но у большинства такой способ работать точно будет. Ну и напоследок даю вам лайфхак. Советую установить сразу 3 этих приложения, и тогда каждый шаг будет отображаться сразу в 3 приложухах, и таким образом вы будете зарабатывать в 3 раза больше. А также я вам дам ссылку на еще одну подобную подборку приложений для заработка на шагах, которую я снимал около месяца назад. Там есть еще парочку подобных приложух, так что советую посмотреть этот выпуск и вдобавок установить приложение еще и с него. Видос на этом подошел к концу, ссылки на все эти приложухи есть в описании, переходим, скачиваем все, устанавливаем. Просто двигаемся и получаем за это деньги. И, конечно же, если вам понравился хотя бы один проект, хотя бы одно приложение, ставим лайк, подписываемся обязательно на канал и кликаем на колокольчик, чтобы новость о следующих не менее топовых приложениях получить самыми первыми. С вами был Мастерингу. Всем удачи, друзья. Пока.